Здравствуйте, мои хорошие! Меня зовут Алексей, Crazy Life. Продолжаю снимать видосы по StarCraft'у, и мы уже добрались с вами до карты, которая заняла первое место. Хочу сделать также такую ремарку, то что, как вы поняли из превью, сегодня я озвучу победителей конкурса, который я проводил совсем недавно. Знаете, ребят, спасибо всем большое за те приветы, за те хорошие положительные комментарии, которые вы оставляли. Было действительно тяжело выбрать каких-то финалистов, потому что, знаете, когда ты выбираешь рандомно, то есть с помощью какой-то программы, тогда на тебе никакой ответственности не лежит. Ну, рандом он и есть рандом. Здесь же я руководствовался личными какими-то критериями, которые я озвучу чуть позже. Вот, и, собственно, выбрать было действительно тяжело. Тем более, что, знаете, когда ты выбираешь сам, а не рандомом, то может у кого-то остаться осадок, типа, какого хера там он выбрал не меня, а кого-то еще. Не хотелось бы, конечно, плодить такой негатив, вот, поэтому я думаю, что никто не обидится, если я выбрал не его, а кого-то другого, так что я думаю, все будет хорошо. Итак, ребят, давайте, наверное, с финалистами чуть позже. Хочу также сделать такую ремарку, то что на этой карте у нас стоит одна задача, это уничтожать здания противника, но не просто так. Смотрите, мы уничтожаем нейтральные здания противника, получаем запчасти для того, чтобы появился тур, который пойдет уничтожать вражеский осколок. На карте есть у нас значок такой гибрида, да? Это как раз таки осколок, на который и пойдет тур. Дело в том, что до появления тура там этот осколок заграждает такие ворота. Если тур не появился, то эти ворота как бы атаковать нельзя. То есть нам в любом случае придется уничтожать здание противника для того, чтобы тур появился. Пойдем мы с Тором вместе в атаку или оставим его одного, решаем мы. Но, насколько я понял, если мы Тора не поддержим, то он погибнет в атаке. И в любом случае нам придется пустить осколок, который еще атакует. Но то дело такое. Также здесь есть дополнительный квест. Это поезд, который промчится по карте. И уничтожив его, мы также получаем запчасти. Мы, если честно, поиграв пару раз в эту карту, так и не поняли, когда этот поезд появляется. То есть, может быть, после уничтожения каких-то определенных зданий. Либо он рандомно по времени, либо просто рандомно. То есть мы так и не поняли, в какой момент времени он появляется. Но главное то, что мы его уничтожили. Ну, скорее всего, даже не мы, а Рейнер. Потому что я там что-то ходил, бродил, уничтожал базы противника. Играть на этой карте я буду через гейты. Сделаем как можно больше начальных войск для того, чтобы захватить вторую базу. Я решил открыться именно через фотонки, для того, чтобы это было все сухо, комфортно, безопасно. И я думаю, что сейчас потихонечку будем добавлять гейты, добавлять грейды. И, в общем, нужно как можно скорее выходить уже на вторую базу и чистить ее от противников. Так, ну что ж, гейты сразу открываются. Только лишь пару зелочков у меня есть. Будем добавлять, ничего страшного. Я, в принципе, не сильно как-то тороплюсь захватывать вторую базу, вроде как хотел сделать это намного быстрее, но что-то как-то бывает затупляю, есть такое. Добавляем Twilight для того, чтобы сделать грейды. Рейдер уже пошел чистить вторую базу. Ну, я думаю, что тоже есть смысл выдвигаться. Тем более, что у нас есть бомбардировка, обязательно ей воспользуемся. Так, аккуратно, аккуратно. Видите, над техникой и над некоторыми зданиями горит такой значок шестеренки. Это как раз таки и есть те здания и те юниты, которые, уничтожив, мы получаем запчасти. Там, в принципе, не так уж много противника было на второй базе. Я, если честно, думал, что будет намного больше. Но так или иначе, мы ее отбили. Сейчас побыстрее закажем Nexus и быстрее раскачаю вторую базу. Наверное, не надо было заказывать юнитов, потому что что-то как-то у меня с минералами печаль, беда. Но зато это будет безопасно. У нас есть армия для того, чтобы отбить какую-либо атаку. Так, ребят, ну что ж, возвращаясь к финалистам, я хотел бы выделить людей, которые не заняли никакого места, но тем не менее мне их комментарий приглянулся. Там чувак еще передавал привет своей кошке, а сперва такой типа, передаю привет своей кошке. Да, бывает, кошки иногда делают вырванные годы, у меня у самого когда-то было две кошки,
они мало того, что кушали больше меня, то есть половину своей зарплаты я тратил на кошек, потому что я даже проводил эксперимент. У меня такая кошка была, вот, которая более старшая, короче. У меня была маленькая и старшая. Я сделал такой эксперимент, думаю, дай-ка я, короче, порежу ей палку колбасы. Вот сколько она съест? Она съела всю палку колбасы. И потом еще орала, хотела еще. Я думаю, нихера себе ты даешь. Это за раз, ребят, за раз. Так она сколько раз в день ела? Короче, эти две кошки сжирали полу моей зарплаты. То есть я меньше ел даже. То есть я, по сути, работал только на своих кошек. Вот. Но, тем не менее, я их любил. Ну, если честно, любил больше маленькую, потому что старшая, она мне досталась по наследству. В общем, не моя эта кошка, вот. А маленькую я подобрал на теплотрассе, это было на севере. Она там уже пиликала. Ну, короче, я вышел, грубо говоря, покурить. Слышу, кто-то мяучит. Вижу на теплотрассе котенок лежит черненький, полностью черненький. А мне мало того, что нравятся полностью черные кошечки. Ну вот, так еще и как бы... Там дело было осенью уже, и не за горами минуса, холода. А там на севере у меня было под минус 60. Поэтому, в общем, забрался я домой, пригрел, отогрел. Она-то мне еще в кабинете накакала. Но то дело такое, ладно, это уже такие подробности. Еще хочу передать привет человеку, который сделал такой смешной комментарий, но потом уже его немножко подправил. Он думал, что я не пойму юмор, но я на самом деле сперва не понял. Короче, комментарий звучал так, типа, передаю привет Сереге, который который Одина называл Тором. Это как раз-таки на карте на пятой, которая заняла пятое место. Вот, я сперва не понял, почему Сереге, а потом понял, то, что я как бы Одина называл Тором, то есть и он меня тоже переиначил. А потом человек комментарий подредактировал и написал уже типа Лехи. Ну, понял, короче, что я не дотумкаю до этого прикола. Ну, я сперва не дотумкал. Вот, кстати, был поезд, который мы уничтожили. Отлично. Но юмор я ваш понял, оценил, было забавно. Так, ребят, дело в том, что сейчас уже скоро вылезет Тор на уничтожение осколка. В принципе, наверное, я буду помогать Туру, Рейнар тоже выдвигается на помощь. Хотя это, знаете, это же даже ни хера не Тур, это же этот викинг, просто увеличенных размеров. Сейчас мы сразу забросаем сюда как можно больше войск, заюзаем бомбардировку, сейчас он как раз-таки стал активен, потому что, опять же повторюсь, пока ты ворота Тором не сломаешь, осколок нельзя уничтожить. Ворота, кстати, тоже, опять же повторюсь, они неубиваемы до тех пор, пока Тор не появится. Заказываем грядочки, раскачиваем вторую базу. Пока у нас все хорошо, пока все отлично. И давайте, наверное, я озвучу третье место. Третье место занимает человек с никнеймом HaveFun, который передает привет своему брату. Я тоже присоединяюсь к вашему поздравлению, к вашему привету, так скажем, и поздравляю вас с третьим местом. Атакуем здание противника. Ну, видите, дело в том, что у меня, как бы, у Рейнера куча войск, так что мы можем себе позволить уже наламываться напрямую к базе противника. Я, если честно, записывая этот эпизод, очень сильно переживал. Объясню почему. Потому что я шел с работы, что-то мне сильно захотелось мороженку купить. Я скушал мороженку по дороге домой и понял, что у меня же еще запись. А ничего нельзя холодного и горячего есть перед записью, иначе ты просто убьешь горло. Пришлось, в общем, короче, ну, не знаю, часа два ждать примерно, когда горло полностью уже прогреется. Для того, чтобы уже начать запись. И то я, короче, переживал, потому что реально, если ты скушаешь что-то холодное, ну, короче, как у певцов, нельзя ничего ни горячего, ни холодного. Иначе попросту убьешь горло. Особенно холодное нельзя. Если ты скушал мороженку и записываешь что-то, все, скажи горлу до свидания, на завтра у тебя оно уже болеть будет, и может так спокойно, ну, не сорвать, конечно, связки, но, в общем, заполучить неприятности. Так что такое дело. Ну что, ребят, я думаю, что теперь можно уже озвучить второе место, которое было очень тяжело выбрать, потому что второе место это уже почти первое, да? То есть нужно выделить какого-то одного человека, который занял именно первое место. Но давайте я озвучу второе.
Второе место занимает человек с никнеймом Мухаммед Али, который передает привет мне. Также передает привет маме, папе и друзьям. Спасибо вам за теплые слова, за хорошие комментарии. Также присоединяюсь к вашим поздравлениям, к вашим приветам. И поздравляю также вас с занятым вторым местом. Тут мы идем в атаку постоянно, не сдаемся вместе с Рейнером. Я, если честно, может быть, немножко увлекся, потому что помимо тех зданий, которые нужно опустить по основному квесту, я еще наламываюсь на здания противника, что, не знаю, хорошо или плохо, но он быстро их отстраивает, откуда-то пробки постоянно приезжает. Но дело в том, что войска у нас есть, так что ничего страшного, Рейнер пошел пустить осколок, а я, короче, забил и пусю базу противника. Отлично, второй осколок успешно был выбит. Ну и самое время, наверное, подвести уже итоги, подвести итоги конкурса и объявить первое место. Первое место получает Аделина, которая передает привет Блауди, Магии, Револьверу, а также своей маме и Золотой Лиге, с которой она попрощалась, перейдя в платину. Я также присоединяюсь к вашим поздравлениям, поздравляю вас с тем, что вы вышли в платину, и судя по тому, кого вы смотрите, каких стримеров, да, каких игроков, я могу предположить, что вы играете за зергов. Также хочу сделать отдельный привет Блаю, он, конечно же, меня не смотрит. Вот, потому что я всегда говорил, что Блай, да, он там считается одним из сильнейших игроков Украины, как зерг, может, даже самый сильный зерг, да, но мне нравится его стиль. Понимаете, есть куча европейских других там сильных зергов, но мне у Блая нравится именно стиль его. То есть я думаю, что то, как он играет, так и должен играть зерг. Это сверхагрессивно, он постоянно, вы простите меня, задрачивает противника то собаками, то рачами, то мутой. Если б я играл на его уровне и как бы играл против него, я бы просто меня бомбило бы, потому что он реально задрачивает, он... Вот так и хочется сказать, чувак, типа, узбагойся. Ну вот, но это правильный зерк, то есть, в том плане, что сверхагрессивный, постоянно дрочит и дрочит, дрочит и дрочит, дрочит и дрочит, он вообще продуху не дает. Вот, я, конечно, видел катки, где Блай мокрится, но он все равно щупает противника именно на раннюю агрессию. Противник направляется к нашей базе. То есть он постоянно агрессирует, если противник каким-то боком выживает, то он потом уже переходит в макро. Но все равно чувствуется его постоянный прессинг. Он, я не знаю, постоянное забегание, залетание. Он надрачивает и надрачивает. Я не знаю, короче, не могу выразить словами стиль его игры, но он мне очень подходит по душе, скажем так, его стиль. Так, тут атака на вторую базу у Рейнера. Сейчас я помогу. Потихонечку прочищаю базу противника. Да, кстати, Аделина, поздравляю еще раз вас с первым местом. Что-то я заговорился. Под этим видео напишите, пожалуйста, в комментариях то, как с вами можно связаться, то есть страницу ВКонтакте, email, еще что-то. Я вышлю вам главный приз, это кейсы, ну ключ на все кейсы, на все расы. Вот, поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях то, как с вами можно связаться. Вот, и еще раз поздравляю с первым местом. Вообще, ребят, поздравляю всех, кто передавал приветы активно. Писал комментарии. Очень хотелось бы, чтобы это было, знаете, за традицию постоянно. То есть пишите, общайтесь в комментариях, никто не запрещает. Передавайте приветы, не знаю, там, пишите комментарии по поводу непосредственно моей игры, тех карт, которые я снимаю, еще что-то. Ну, просто приятно почитать. Даже мне банально просто приятно почитать. Так, ладно, ребятушки, мы уже наламываемся на последнюю базу противника. Здесь остался только лишь один осколок, который нужно уничтожить, и мы обязательно это сделаем. Я сегодня из-за того, что подводил итоги, может быть, не так качественно комментировал карту и то, что происходит на экране, но я думаю, что вы меня поймете. Так или иначе, эта карта заняла первое место, и по всей видимости, она будет добавлена в совместный режим. Хорошо это или плохо? Спорно, честно скажу, спорно, потому что мне очень понравилась карта с Тором, где на Атора сопровождать. Мне очень понравилась карта с первоначальными зергами. Также пишите в комментариях, какая карта вам больше понравилась, какую вы бы добавили. Вот, поэтому не знаю, что будет в итоге добавлено.
Осталось дождаться, когда будет следующая карта. Ну что, ребят, я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Большой палец вверх. Вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. But that's a win for all of us. The facility is clear. Couldn't have done it without you.